Ну что вы думаете, гуляли мы с Салой, гуляли у себя там поблизости около дома, ну и заперлись на Прокуровку, там везде все занято, народу битком, тут зашли на Прокуровку, вот дворик, смотрите, огроменный такой двор, вот так вот он идет, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот он идет, смотрите, и в лавочек сколько, скамеечек, и вот мы сидим тут на скамеечке, две скамеечки, вот они, и там вдалеке, вот они, смотрите, скамеечки, скамеечки, народу никого. У нас же все битком, молодежи столько, да? Mm-hmm. Вообще. Очень много. Очень много. Прям орут, визжат, матерятся. Ой, вообще не могу. Вечером около подъезда вообще невозможно выйти. Все в дыму, все сидят, пиво пьют. Пивнушка турники это рядом. Турники вообще забиты. Полностью. Турники забиты, не подойти. Мы хотели спортом заняться, выйти вечером. Какое там? Там такие спортсмены, все пиво напьются, все с животами огроменными, чебурахтаются через эти турники. Ну вот так вот. Ой, детки тут понарисовали всего. Какая красота. Ой, очень хорошо. Вот единственное, во время съемки, чтобы развернуть, да, кадр, никак не получается. Mm-hmm. Вот что плохо. Сейчас бы раз и себя показала. Сейчас вот раз и себя показала. В конце концов. Чё все время лавки снимать, какие-то деревья и все остальное. Правда, лучше mm-hmm. себя снять. Ты тоже себя снимаешь, да? Да. Красоту необыкновенную. Ой, не могу. Детка какой-то ходит с чудиной вокруг. Как же хорошо интересно, на улице. Интересно, как повернуть. Ой. У тебя поворачивается? Пытаюсь. У меня не получается. И у меня, когда съемка идет, я тоже не могу сделать раз, два, три, чтобы повернуть. Странная тут личность ходит вокруг. На нас заглядывается он с какими-то кошелками. Либо по мусоркам лазит. По мусоркам шаркает. Что вы думаете, когда 90-е? Да, до 90-х. Когда еще советские бутылки были в цене и принимались. Мама говорит, пойду-ка я, праздник какой-то. Придет, одну-две сумки принесет, отмочит, пойдет, сдаст. Смотрю, Аллочки тащит. Аллочка на куколку, бабушка тебе заработала. А потом мы с ней как-то гуляли с колясками. С коляской. Аллочка маленькая в колясочке сидела. И около дворца сели, а там ребята пили пиво. Много. И сзади себя ставит бутылки. А мама говорит, вот бы сейчас подойти взять бы бутылки, да это... А бабки уже шныряют. Тоже боятся к ребятам подходить. Я такой, что тебе бутылки, что ли, мам, надо? Она, да. Я вот так скажу, ребят, с колеской, вам уже не нужны бутылки пустые. Они, не-не-не. Или можно мы их заберем? Ой, да пожалуйста, берите. Я так, тык-тык-тык-тык-тык, мам, иди собирай. Мамка собрала все. Утром встала, поздала все, пошла мне шлепанцы купила летние. Вот так вот мы и выживали. Ой, сейчас как вспомню, аж вздрогну. А что, маленький ребенок, муж в армию после института ушел. Мама помогала очень хорошо, много помогала. И то там у тебя, и то там у тебя, и то там у тебя, то. Фотографии. Ой, как у тебя там сто, мне нравится. Это моя дотя.